Дом 102 по проспекту Кольскому, как и соседние дома, у города на хорошем счету. Здесь всем распоряжаются активные ТСЖ. Тем не менее, добрая репутация – не причина отказываться от регулярных проверок. А нарушения можно найти практически всегда. Вот эта вот парковка, она в песке, то есть видно, что здесь зимой песок не убирался. Соответственно, это обязанность управляющей компании, она должна эту работу выполнять. Естественно, будет выдано предписание, чтобы они эту работу выполнили. Неисполнение предписания грозит штрафом от 10 до 50 тысяч рублей. Причем налагается он на руководителя управляющей организации. То есть платить будет лично он, а не жильцы. В одном только Первомайском округе Мурманска с начала года проведено более сотни рейдов по дворам и составлено свыше 1000 актов о нарушениях. Общая сумма наложенных штрафов – почти 3 миллиона рублей. Поддержку местным властям в этой работе оказывают депутаты горсовета. Ходим, смотрим, разговариваем с людьми. И если какие-то возникают там пожелания, то есть, ну, мы уже там общаемся с управляшками, общаемся с ТСЖ, с городскими службами и совместно там пытаемся как-то решить проблему. Жильцы вправе пожаловаться на нерадивых управленцев не только в управление округов, но и в ГЖИ. А если не поможет, в прокуратуру. Роман Войнило, Павел Третьяков, ТВ-21.